сейчас там что как? Да хуй знает, что нахуй. Пиздец. Если нахуй сейчас не придете к нам нахуй, нам пизда ёб. Не, Вань, там силы подтягиваются силы. Как бы тут пиздец, что у нас вообще блин, такое очко, ебать нахуй. Они, блядь, трассу уже отрубают нахуй на Купинск. А если ее обрежут, это все пизда, бородовично. Ни быка, ни хуя, ни топлива, ничего. Да, ну дай бог, чтоб так не было, нахуй, нас же тоже там не дураки. Я думаю, они этого не дадут сделать. Я не знаю, Дэн, я не знаю, хуй знаю. Я за последнее время я вообще в охох. Просто, ну, такие силы отсюда вывели, ебать, и оставили, нахуй. Я тебе говорю, просто с гулькин хуй. Где я стою, нахуй, там стояла бригада, ебать. Ну, они что-то думают там, хуй знает. Просто говорю, вот вообще разочаровался в этой хуйне, пизда как, нахуй. Не знаю, там сейчас что делать, нахуй. Либо уебывать, прорываться, выбиваться отсюда, нахуй. Либо что хуй узнает, либо стоять, нахуй. Да, ну вам надо как-то, нахуй, на связь выходить с высшими. Да, и... похуй вообще всем. Я тебе говорю, мы только с пиздореза вышли, без быка, без толпы, ебать. У нас, нахуй, выходит, комка разворачивает, ебать. Разговаривал с типами, с девяткой. Короче, когда все это началось, когда в наступление эти пошли, они, говорит, вышли внезапно. Никто даже, говорит, нахуй ничего не понял. Они, говорит, вышли. И все, и просто, блядь, ни артиллерия не работала, ни стоп не работала. Мы, говорит, нахуй отступаем. Они начали отступать, уходят, короче, до нуля, их там встречает, короче, туда прилетел какой-то хер с бугра министерский. И начал, короче, их там останавливать, начал орать, там, вы, ты че, блядь, там, все назад. Они, короче, его послушали, говорит, вы, говорит, все сказали? Он, вы чё там, блядь, трусы, говорит, вы все сказали, говорит. Ну, типа, все. Ну, говорит, ну все, говорит, мы пошли дальше, все. Пока на. Ну я понял. И похуярли. Потому что, говорит, вы, говорит, это, говорит, не наша вина. Не наша. Ну, конечно, то, что проебали. Это вы, блядь, все просрали. Вы, говорит, нахуй просто наступление просрали.